единственный областной район, куда доходит станция метро. И этим он привлекателен. Единственная станция метро, находящаяся в области. Это первое. Второе. Значит, не секрет, что вот все земли вокруг нашей новой застройки, они куплены застройщиками и будут осваиваться. Наша строительная такая прозорливость дала нам возможность выйти первыми на это пятно. С одной стороны, это трудно. Всегда еще продавать, когда уже что-то там вокруг строится, осваивается. С другой стороны, мы снимаем сливки, если можно так выразиться, так сказать, простым языком, потому что все, кто так или иначе выбрал для себя покупку квартиры в непосредственной близости от города, в относительной близости от метро, они, в общем, наши. И это показывает динамика продаж. Объем инвестиций на весь объект составляет около 5 миллиардов рублей. Значит, первые три дома, которые сейчас у нас в продаже, в среднем, давайте так, в среднем по ценам вот сегодняшнего дня, это около 380 миллионов. С точки зрения стоимости проектирования, я хочу сказать, наверное, следующее, что никто не будет платить ни за какое качество, даже если оно сверхвысокое, премию больше, чем 10-15% к рынку. То есть это... Задача для проектировщика таким образом выстроить свои процедуры, таким образом научиться работать с заказчиком совместно для того, чтобы обеспечивать высокое качество и проектирование в рамках рыночной цены.